Вам точно будут делать комплименты, потому что вы будете такая вся свежая майская роза. Мне кажется, у меня уже появились скулки. Вот как раз для людей, кто много путешествует, или кто находится и живет в мегаполисе, и пошла работать. Помимо того, что это натуральный камень, он также имеет свойство влияния на то, как ты себя чувствуешь. Этот крем у меня для груди. Всем привет! Сегодня я вам решила записать очень важный бьюти-влог. Я сегодня раскрою все секреты! На самом деле, очень давно хотела записать именно такой влог, а влог будет посвящен уходу за лицом. Не просто уходу за лицом, он будет посвящен моим любимым маскам, без которых я не могу жить. Я реальный эксперт по маскам, пробовала все, практически все, что можно и не можно. Сегодня покажу, что я беру с собой чаще всего в поездки или что присутствует у меня в каждом дне. Перед каждой маской нужно сделать классное очищение, я умываюсь. Вот одно из последних классных средств, это Barbara Storm, пенка для умывания, на лето просто идеально подходит. Ой, очень ее люблю. Вот такие у меня классные из розового кварца штучки, которыми я пользуюсь каждый день. Но давайте я сегодня, к примеру, продемонстрирую, как это все делать, потому что на YouTube очень мало классное видео про то, как пользоваться гуаша или роллером. Для этого вам понадобится какое-то вам подходящее масло для лица. В моем случае это Форсали. Классное масло, я им пользуюсь, кстати, вечером, ну, мне прям очень нравится. Наносим несколько штрихов буквально, маслечко наносим на кожу лица, берем гуаша. Классно ее подержать в руке, там на пульсе, да, ну то есть пусть это для вас будет некий ритуал, не просто так хочу хорошо выглядеть и пошла работать. Нет, это всегда про доставление удовольствия себе, в том числе ритуальность, классно включить музыку или зажечь свечи, что я часто тоже очень делаю. Берите так, как вам удобно, то есть потому что у гуаша есть разные позиции, как их брать и какой частью, например, вот этой замечательной штучки работать. Начинаем с того, что снимаем все шеи. Это купальник. Мама, это купальник. Начинаем, конечно же, с нашей шеи. Мы чаще всего ухаживаем за лицом, а про шею забываем. Это тоже очень важно. Мы делаем от шеи вот такие вот движения. 45 градусов, не прямые, обязательно 45 градусов. И в окончании делаем вот так. 45 градусов и 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 вот так. Вообще тут ключички тоже очень важные, да, такой момент. Берем вот, например, вот этой вот части, да, и сзади делаем здесь вот сзади шеи просто себе приятнейший массаж, лимфодренажный, очень приятный, очень классный, ой, господи. И вообще очень-очень это все приятно. Вообще у них такая техника любая, да, то есть ты, если ведешь там по лбу, здесь застываешь и так вот немножко вибрируешь, да, вот так вот, да, если вот так вот, чтобы потом вот размять вот эту всю лимфу, которая приходит по окружности лица. Это очень важно, я не всегда так делаю, но смотрю в зависимости от того, насколько я отекла или не отекла. Кстати, вот этой же частью гуаша мы делаем вдоль подбородка, вот это по кости, хорошенько прорабатываем вот эту всю часть. Хорошенько прорабатываем, потому что подбородочные части, они тоже очень важны для девушки, чтобы они были красивые, острые, не срывали шеи. Этой же частью, я говорю то, как я делаю. Делаем раз, вот такие вот движения. 45 градусов тоже. Если меня смотрит эксперт, не ругайте меня, я делаю так, как я где-то читала, научилась. И доводим до корневой линии просто волос. Мне кажется, у меня уже появились скулки. Видите? Классно, да? Вот этой вот частью, да, более большого лоб делаем. И вот так вот. Буквально 5
7 минут, этого достаточно. Иногда я пользуюсь, что если у меня нет времени, я пользуюсь вот этим вот роллером хутянским. Им гораздо легче, то есть, да, вот здесь, о, какой прохладненький, приятненький, да? Вообще просто нереально. Уделите себе 5-7 минут, и ваша кожа лица будет вам безмерно благодарна. Помимо того, что это натуральный камень, он также имеет свойство влияния на то, как ты себя чувствуешь. Иногда вот такими пупусечками пользуюсь, да, нам тоже это больше под глаза. То есть там вообще какими-то движениями, да, вот можно делать. И вся отечность у вас по утрам спадает. Это мой первый секрет. Но сегодня, конечно же, я все посвящаю маскам, которые я очень сильно люблю. Начну с патчей. Для меня было откровением вот эти вот патчи. Они очень дорогие, но это лучшее, что я пробовала из патчей, потому что много очень корейских марок, да, классные, я никогда не видела результата. Вот от них есть результаты, они очень замечательные, крутые. Так, еще очень неплохие скалаудер, я их беру всегда в полет, тоже хорошие патчи. Важный нюанс, обязательно наносите их до взлета, потому что когда уже взлет, у меня Леночка Крыгина рассказывала, секретиками делилась, что уже потом не будет ни маски, ни патчи не будут действовать, потому что будет очень сильное обезвоживание организма идти. Делайте это до взлета, когда кожа еще не в стрессе. Я вам приготовила самый большой секрет. Маска называется Sisley. Это маска под глаза. Боже! Мои глаза 20 раз сказали мне гигантское спасибо, потому что это правда очень крутая маска под глаза. Я когда летаю, всегда ее наношу, ну и даже не смываю. Или когда я очень сильно устала и чувствую, что очень сильно на меня повлияла как-то окружающая среда, вот я их наношу дома тоже вот под глаза. Это прекраснейшее средство, просто кладезь себе вообще невероятно крутое. Это если мы говорим про глаза. До глаз я еще хотела поделиться двумя сывороточками, да, то есть иногда их наносят до масок, можно носить или дома. Это откровение этого сезона для меня, это сыворотки Barbara Storm. Они разные, есть там и для сияния, и для ровного тона, и антиэйджинг, абсолютно разные, их можно мешать друг с другом, и они очень-очень дают классный эффект. Мне нравится эта маска, я вот ее сама попробовала в этом году и просто счастлива этому. Потом я нашла недорогую маску Common Labs, не маску, а сывороточку, витамин В5 110,8%. Очень классная вещь, я наношу ее на ночь или перед масками тоже, усиливает действие, очень классная сыворотка. Есть очень классная компания, она называется Origins. Тоже очень увлажняющая, питательная, вот как раз для людей, кто много путешествует или кто находится и живет в мегаполисе, и у него постоянно кожа находится в стрессе, вот эта масочка всегда со мной, еще в маленьком таком формате, очень люблю, но в самолете всегда. У меня есть две масочки Biologic, вот эта маска вам поможет просто блистать на любой вечеринке, быть в центре внимания, и вам точно будут делать комплименты, потому что вы будете такая вся свежая майская роза. Так, и вот эта вторая увлажняющая, тоже классная маска. Они очень неприятно пахнут, ну, не супер комфортно пахнут, вообще вся биологическая косметика, она натуральная, но это того стоит, поверьте мне. Я также недавно купила Barbara Storm, тоже классная маска, фейс маска, она единственная у них в линейке, и ее специально в полеты ношу, то есть я когда летаю, у меня вся самая тяжелая артиллерия летит со мной. Очень классная вещь, если честно. Потом в Sephora, где-то за границей, нашла Summer Fridays. Это маска Jet Lag называется. Ну, вы понимаете, я, конечно, отреагировала на название, но это реально того стоит. Вот эта маска тоже спасательная между перелетами, переездами. Прям очень классно и чуть-чуть удобный. Маска называется «Против морщинок». За тем, кому за 30, да? Поднимите руку. Гидропептидовская маска. Тоже одна из моих вообще любимчиков, которая всегда находится со мной. Эрбориан, есть такая маска, у них прикольная. Спрей-маска. То есть ее так нажимаешь, опрыскиваешь и 10 минут держишь, и сразу потом смываешь. Она прозрачная, очень удобная, гелевая. Вот у меня очень много масок for glowing, для свечей. Ой, она пахнет Индией, она всегда мне будет напоминать Индию.
очень люблю эту косметику вообще, в принципе. Она такая глиняная, если вы видите, но супер эффективная, такая очень плотная, но прям чувствуешь, как она действует, когда ты с ней работаешь. Балийская марка, девочка делает на Бали, очень классная. Этот крем у меня для груди. Там, неожиданно. Девочки ухаживают за своей грудью, вот каждый вечер вот такой крем для груди с афродизиаком. Я наношу на свою грудь определенными движениями. Вы не понимаете, эффект просто не дает себя ждать. Всем, кто не замужем, да, наоборот, всем, кто долго замужем, вот этот крем, это просто он творит чудеса. Маски, все замечательно, уходы, все замечательно, но очень важно то, как вы себя чувствуете, как вы себя несете. И вот такие маленькие секретики, они, конечно, помогут вам немного раскрыть свою женскую энергию, все в совокупности. Ребят, я очень хочу, чтобы мой блог был для вас всегда полезным. Делайте репост, рассказывайте о этом блоге, о блоге, которые висят на канале. Очень читаю всей командой ваши комментарии. Подписывайтесь, ставьте лайки. На все комментарии ответим. Пишите, пожалуйста, что бы вы хотели услышать в других блогах, в бьюти-тематике или в фэшн, или в лайфстайле, в тревеле. Мы будем вам безмерно благодарны. Okay.